Итак, ну что же, всем привет, с вами Марк, и сегодня мы начинаем проходить первый Uncharted под названием «Судьба Дрейка». В общем, я купил трилогию, которая выходила на PS4, где содержатся три ремастера, в общем, первых трех частей. Естественно, у меня пока четвертый Lost Legacy нет, но надеюсь, что мы вообще все Uncharted пройдем. Ну и сегодня мы начнем проходить первый. В общем, я тут на самом деле уже тестил, просто запускал, и озвучка будет на английском, но будут субтитры. Поэтому, так, ну и сложность стандартную, думаю, нормально пойдет. И, ох, у меня же тут даже сохранение есть. Давайте перезапишем. Я не знаю, видите это или нет. Но это и не важно. Все, погнали. Да, это у нас, получается, ремастеры первых трех частей. Я ни разу ни в какой Uncharted не играл. Поэтому будь сегодня знаком с серией, с франшизой Uncharted. Так, ладно, субтитры если что есть. Надеюсь, что с озвучкой не будет проблем, как было в метро. Но там просто играли PS5, и, возможно, из-за этого были проблемы. Так, не, мы отключать субтитры не будем. Panama, Drake, who was buried at sea over 400 years ago. Are you sure you want to be defiling your ancestors' remains like that? You make it sound so dirty. Besides, thought you didn't believe me. Well, I did do my research, and apparently Francis Drake didn't have any children. Well, history can't be wrong, you know. For example, you can't defile an empty coffin. What the hell? Опа. You devil. What is it? Come on, hold it up. No, 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 no way. Deal was for a coffin. That's it. Wait a minute. If my show hadn't have funded this expedition, hey, you wouldn't have... You got your story, lady. Look, Mr. Drake, you signed a contract. I have a right to see every single thing that... Could you hold that thought? Sully, we got some trouble. Hurry it up. Okay, okay. What's going on? Pirates. Pirates? Yeah, the modern kind. They don't take prisoners. At least not male prisoners. Wait, опа, вот это about? Уже интересно. А, реально плывут? Думал, он забайтил. We call the authorities or something? Yeah, that'd be a great idea, but we don't exactly have a permit to be here. What? Гениально. Yeah, so unless you want to end up in a Panamanian jail, we should probably handle this ourselves. Well, what's worse? You obviously haven't been in a Panamanian jail. Do you know how to use one of these? Yeah, it's like a camera. You just... Point and shoot, right? Конечно, да, так и есть. Ну, погнали. О, реально, я угадал, что он скажет примерно. Реально, погнали, поехали. Так, ну, стрельба тут стандартная. Тихо. О, попал. А, ну, естественно, бочки. Так, можно спрятаться, кувырки. Домой. А, я что-то привык перезаряжаться. Что, еще что ли? Ну сколько их там? Такое ощущение, подожди, тут есть вообще автоим? Я не понимаю. Такое ощущение, кстати, что нет. Ой, он уже тут. Ты что тут забыл? Ага, серия приемов даже есть. А как он... Ничего себе, как он ловко. О, подобрать можно патроны. Отлично. Так. И что? А, можно... А, вон еще плывут. Господи, они серьезно все забираются. Это уже какие-то хитрые. Кстати, реально тут, по-моему, автоима нет. Или мне кажется. Все, отлично. Патроны еще, естественно, можно залутать на халяву. И это еще не все. Вы что шутите?
Не успел взорвать, ладно. Где он где-то? Что? Как тут оказался? Я думал, здесь залезет. Тихо. А, я так понимаю, здесь хп вообще нет, да? То есть мы можем бесконечно так. Ну, почти бесконечно. Как в колде, скорее всего. Где типа тоже хп нет, но... Я могу в какой-то момент убить. Так, окей. О, что? Нет. Вы что, шутите? Так, вот это... Вот это уже плохо. Тихо. Тихо, я надеюсь, мы живем. Как его убить? По ногам? Нет. Ой-ой-ой-ой. Ну, естественно, камера. Куда же ты из нее? I can't leave you alone for a minute, can I? I had everything under control until they blew up the boat. You all right? Nothing that years of therapy won't fix. Well, if it isn't the beautiful and talented Elaine Fisher. Flattery will get you screen time. Yeah, I'm more of a behind-the-scenes kind of guy. Victor Sullivan. Oh. For Christ's sakes. Сам забирайся. What do you say we get out of here before we attract any more attention? Все, я так понимаю, это пролог был. Well, а еще нет. Little present from Sir Francis. Oh, so you found the coffin. Wait a minute, is this what I think it is? Drake's lost diary. He faked his death, just like I said, Sully. He must have been onto something big. Yeah, well, let's just keep that between us. Thanks for the loan, Mr. Drake. I think I've earned a look at that diary when we land. When Drake sailed into the Pacific, he took the Spanish fleet completely by surprise. He captured their ships, he took all their maps, their letters, their journals, and he recorded everything in this diary. So this. But when he got back to England, Queen Elizabeth confiscated all of his charts and logbooks, including this one, and then swore his entire crew to silence. Yeah, so this. You see, Drake discovered something on that voyage, Sully. Something so secret and so valuable, they couldn't risk it getting out. All right, Nate, just pretend for a minute that I don't really care about any of that stuff and cut to the chase, would you? Man only interested in the climax. He must be a real hit with the ladies. Never had any complaints. Okay, then. I'll jump to the good part, just for you. Что же там? Опа. El goddamn Dorado. He was onto something big, all right. Does it say anything else? Oh, so now you're interested, huh? Yeah. Well, unfortunately, no. Last page was torn out. Опа, вот это плохо. I'm telling you, Sully. This is it. This is finally it. Yeah. Only... we got one little problem. Yes, that's what I said. It blew up. It sank. No, that's why we have insurance, right? Oh. Oh no, the camera? No, the camera's fine. Don't worry about the camera. No. Still as good as new. Sully, the girl can hold her own. You should have seen her. Fine. You go on out there and you tell her, we just found the lost city of gold. Maybe her producer can get it on the air tonight. Oh, come on. Nate, do you trust me? More or less. Good. Because we're gonna have every two-bit scumbag in the world racing us to this treasure unless we cut her loose right now. You're a real gentleman, Sully. I know. It stinks. She'll get over it. No, I don't care for over budget. I mean, естественно, она никуда не денется. Это the biggest story of the year? No, I don't trust him, okay? That's why we need to move fast.
So just get me the camera crew, and I promise you that... А, серьезно? Bitch. Hey! То есть так можно было. Should've seen that one coming. Oh. Но она вернется. Так, и что, у нас сейчас геймплей будет? Реально? Oh, hold on. Hold on, kid. I'm not as young as I used to be. Ну да. Yeah, you weren't too old for that little barmaid in Lima, were you? Ha, well, that was different. Although I must admit, equally as strenuous. Так, бежать мы не можем. Well, hang in there, old timer. We're just about there. И все, на этом игра закончится. А нет, слушай, бегать теперь можем. I pawned a phony 16th century Santo off on Pablo Escobar. Так, можно закрыть? Да, отлично. Так, ну, заберись. А, типа, на X надо еще раз. Ой. Господи, чё с камерой? Помогите. Тут, случаем, никаких секретов нет? Я не знаю, короче. Господи, что реально сейчас с камерой было, мне просто интересно. Да, управление здесь пока странноватое. Немного. Так, ладно. Подожди. Мне не показалось. Первое сокровище, приз получен. Окей, так, выбор. А, продолжить. Все, отлично. Ну вот, плюс халява. Кстати, я реально не знал, что такое есть вообще. Что там написано? Чтобы выполнить прыжок, нажмите X. Да я уже понял. В принципе. Что X. Так, а тут больше ничего нет, да? Мы же отсюда... Да, мы здесь заспавнились. Хотел проверить. Может, тут еще что-то есть? Нет, тут вроде больше ничего нет. Ну, вот этого я вообще не ожидал. Я не думал, что тут в сундуке реально есть вот эти. Он вон вообще бегает где-то непонятно где. Вроде мы должны вместе бегать. Так, проверил, что запись идет. Тут на меню, к сожалению, выводит. Тихо-тихо. Все, пошли. Вроде там больше ничего не было. Водопад. А, мы его не слышим, потому что непонятно где. Он вообще заблудился. Так что... Если что, я тоже этого не слышу. Да, о. Well, I don't get it. According to this, we're right on top of the mark. Maybe you're not reading that thing right. Let me see it. No, this is the place. There's nothing here, Nate. Goddamn dead end. Easy, Sully. Just relax. Let's take a look around. Осмотримся, так осмотримся, ладно. Так, теперь тут надо все высматривать. Чтобы эти сокровища искать, что ли. Ладно, мы этим не факт, что будем заниматься. Проще уж просто игру пройти. This is like trying to find a bride in a brothel. Так, ну давайте вперед просто. Ну, по-любому тут... О! This is more like it. Да, это походу то, что нам нужно. Или нет? What do you think this is, Incan? Nah, it's older than that. Like 2,000 years older. Huh. Угу. Такое ощущение, что тут что-то есть. Но, походу, нет. Ладно. Ну, спасибо за подсказку. А, нам предлагают наверх забраться. Ну, кстати, походу, ну, так будет удобнее, логично. Тихо-тихо. Все, молодец. Так, туда... А, то нельзя пройти. Значит, сюда. Тихо.
Так, ну, короче, походу вон сверху что-то будет. По-любому что-то будет. Фу, как он перепрыгивает жестко. Hey, there's something funny about the ground down there. А, на него прям наводиться можно даже. Какая, вот туда он типа предлагает прыгнуть? Или что? Тихо-тихо. О, ничего себе, у меня чутье. Серебряная обезьяна. Я реально не понимаю, я просто тут нашел. Ну, возможно, мы уже что-то пропустили. Как бы, ну и ладно. А тут что-нибудь есть? Тихо-тихо. Тихо-тихо. Вот этого я, кстати, не ожидал. Хорош. Так, можно спуститься, он говорит. А, на выступ. Кто-нибудь объяснит, зачем он это сейчас сделал? Я понял управление, но... А зачем он... Я же налево повел стик. Ладно. Предположим. И теперь заново здесь прыгать. Не, кстати, я реально не понял, что за прикол. Как он не прыгнул-то? Так, ладно, окей, погнали еще раз. Ну, очевидно, тут управление. Так. Угу. Ну, а вот сейчас, да, все, сейчас нормально. Возможно, я не в тайминг нажал. Как вариант. Чтобы перепрыгнуть, так, отклоните L. Ага. Все. Все, мы забрались. Ух. Good work, kid. Спасибо. Так, и что нам спускаться теперь? Да. Да-да-да. А что ты уже зашел впереди меня? А как нам их включить? Ой. Они сами, ладно. Само все работает. Аккуратно. Там сзади ничего нет. Никаких секретов. Вроде нет. Так, что тут у нас? What a warm and homey place, eh? Well, not quite what you were expecting, huh? Yeah. Where's all the damn gold? Yeah, this place was picked clean centuries ago. No good limey pirate. No, it wasn't Drake. Check this out. Looks like the Spanish got here before he did. What the hell, Sully? Nate, I'm not looking for a lousy piece of tin. I'm up to my eyeballs in debt. I was really counting on this one. Too many big bar tabs in Lima, I guess. That and, well, just a few bad deals. Yeah, well, I always told you to stay away from the bad guys. And the bad girls. Yeah? Look who's talking. What's that supposed to mean? That reporter? I saw the way you were eyeing her. Elena? Please. I snuffed any chance with her the second we ditched her on that dock. All's fair in love and war, kid. Yeah. And what if you can't tell the difference? Then, my friend, you are in big trouble. Да уж, ладно. The Spaniard sure left a lot of crap behind. Так, и чё нам сюда теперь? Careful, Nate, that's quite a drop. Not kidding. Я вижу. И чё нам прыгать, что ли? We gotta find a way across. Ой. Oh my God, no! Вот теперь мы узнали, как тут выглядит экран смерти. А, слушай, быстрая перезагрузка. Удивительно. Так, а что там было написано? Что-то L2. Мне не показалось. Да. Отлично, еще одно сокровище.
Как мне сегодня везет на них. Или их тут реально много, я, может, не все нахожу еще. Так, ладно. А вот это, кстати, сейчас случайно вообще вышло. Да, реально, я, кстати, я не собирался этого делать. Так, она же залуталась. Да-да-да, она залуталась, все, понял. Так, что тут можно? Как мы будем перебираться? Так, что тут у нас? Больше ничего нет. Подожди, может забраться где-то? Вроде нет. Так, так, так. А, он мне выстрелит. Все, я понял. А я видел, помню, там L2 мне предлагали что-то нажать. Я такой думаю, к чему? И не появлялось, заметьте, больше. Я поэтому не понял, что делать, все, изи. Так, понятно. Я что-то даже не думал, что ее можно, типа, взорвать. Так. Нажимаем треугольник. И... сейчас отправимся. Не понял. Давай, попробуй. Изи. I'll hold it open. See if you can jam it from the other side. Да я даже не знаю, чем. Чем бы ему помочь, да? Так, ну слушай. Тут вроде ничего такого. Нет. Побыстрее можете помочь. О, подожди. Столкните тележку. А, вот оно чё. All right, let go. This ought to hold it. Ну, выдержит. А нет. Слушай, не выдержала. Ну, надеемся. You know, this looks familiar. I think there's something in Drake's journal about this. Так. Ну, возможно. Так, короче, тут, да, можно на цель смотреть. Так. Yeah, here it is. Looks like this thing is some kind of lamp or brazier. See if you can light it. So, after all your bitching about the cigar, now it comes in handy, huh? Реально, прям как пригодилось. Так, ну давай. Попробуем. Так. И... gotta figure a way to clear this debris. Каким образом? Вот тут бочки как раз не хватает. Тут ничего нет, что можно взорвать. This wood's pretty dry. I bet we could burn it. Ну давай. Я только выстрелить в него могу. К сожалению. Подожди. Да. Я так и знал. Кстати, подождите, а тут есть что-нибудь? Сокровище опять какое-нибудь, нет? Кстати, вроде нет, но я не вижу. Вроде ничего не сверкает. Возможно, я не вижу. Хороший вопрос. Так, можно пойти здесь. А. Слушай, вот это интересно. Реально, а что дальше? Ну не вниз же прыгать. А, не, вот здесь же можно пройти. А, не-не-не. Что с камерой?
Ладно, это было еще странно. Тут как-то немного странновато камера, если честно, работает. Ну ладно. Так, окей. Не, я бы, конечно, спрыгнул. Че реально с камерой? Она тут реально как-то максимально работает странно. Так, окей. В интересное место мы попали, однако. Или, или все-таки можно здесь спуститься? Нет. Я решил проверить. Но, к сожалению, нет, так не работает. Тогда возникает вопрос, что делать дальше. Потому что я лично не понимаю. Так, сейчас, минуту. Все нормально. Так, и что мы будем делать? Тут, подожди, он предлагает мне запрыгнуть, что ли? А, реально? Хотя... Давай вниз. Тут, оказывается, реально надо было запрыгнуть. А я что-то я не догадался. Ладно. А еще думаю, почему камера так реально? Действительно. Почему? И мы можем вниз. Да, все. Отлично. Я так понимаю. Да, я правильно понимаю. А, ну и все, он тут спокойно спустится. Все, отлично. Так, секретов опять здесь никаких нет, да, я так понимаю. Ну, скорее всего, да, нет. Так, ну тут по классике. Ой-ой-ой. Так, и чё, и куда нас это приведет? По итогу. Я еще стараюсь осматриваться. Может, что-то я увижу. Но нет, ничего нет вроде. Не, возможно, я где-то пропущу. Такое может быть спокойно. Так, что тут? Пять приколюхи какие-то. Я могу их типа как-то активировать или чё? Не, я понял, что имеет. Ага. Ага. Ну понятно, понятно. Типа вот эти все символы. Что мне с ними делать? Типа их в порядке расставить? Тут можно как-то ими... О да, кстати... А, не, ладно. Так, это мы поняли. Да, вон там типа 1, 2, 3. Ой. Я просто проверил. Так, слушай, непонятно, что мне делать-то с ними. Я понял, что у них есть порядок. В основном в таких случаях там, типа, можно расставить, например. А что мне с ними делать-то по итогу? Я с ними ничего сделать-то... Смогу что-нибудь с ними сделать? Что тут вообще есть? Может, заодно и секрет какой-нибудь найдем халявный. Слушай, до меня пока вообще не доходит. А, я понял. Значит, там можно забраться все-таки. Все, теперь понял. Что нам надо? Угу. Так. Ну,
Но задвинул. Угу. Я понял, он еще там. И мы... А мы сможем туда вообще запрыгнуть? Так, короче, получается... Что у нас там? Первое. Первое у нас вот эта штука. То есть нам ее нужно найти. О, тихо. Да уж. Да уж. Так, а тут тоже можно запрыгнуть. То есть нам надо их по очереди, короче, понятно. Я просто не думал, что тут можно запрыгнуть. Потом уже начал догадываться. Да, понял. Так, это же не та штука, да. Сверху можно хотя бы? Да, все. Супер. Так, сейчас нам получается, она же здесь. Да, она здесь. Получается, нам сначала ее надо активировать. Угу. Да-да-да. Так, второе у нас... понял. Так, оно же здесь, по-моему, было или где? Я уже забыл. Там у нас до этого был паук, да, насколько я помню. Так, это у нас четвертое, вот это четвертое будет, получается. Так, сейчас, чтобы ничего не это... Получается, сейчас я даже проверю, да, у нас вот это будет вторая. По счету. Угу. Так, потом, естественно... Потом у нас паук. Да, это получается нам сюда. Тихо. И нам остается еще одна. Так, сейчас мы до нее доберемся. Все, погнали. Сейчас мы ее тоже активируем. Тут просто, в принципе, это все легко, но иногда непонятно, что можно делать, а что нельзя. Поэтому не всегда интуитивно понятно, что делать. Так, ну и все, это последнее. Реально сработало. Ну а чё бы оно не сработало? Looks like there's a ladder cut into the side. Wait here while I check it out. Alright. Just be careful. Так, если аккуратно, то хорошо. Ну, давайте здесь где-нибудь спустимся. Хотя, что я говорю, тут, по-моему, только и так можно было. Лестница. Ну хорошо. Hey, watch your step down there. Тихо, тихо. Все. Че, ловушки, что ли? Или что это? Выглядит как-то не очень. Подожди-ка. Что-то с этим по-любому можно сделать. А, вот, да, реально. Держивать. Ничего себе тут придумали. И что, теперь я могу спокойно то прыгнуть? Или что? Подожди, а что будет, если я... Ну вот, все нормально. Я тут думал, сейчас опять гейм-овер будет. Как всегда. Все, поплыли. I'm really wet.
опять паркур мастер. Погнали. Аккуратно. Все, молодец, зацепился хотя бы. А, ну, как бы да. Ну, как бы открыл. Все отлично. Ничего себе хитро, конечно, сделано. Так, нам сейчас надо вперед. Кстати, я заметил, что я не встречаю больше сокровища. Походу, я где-то пропускаю. Такое ощущение. Так, а что нам с этим делать? А, тут же надо жмякать. Так, что-то это выглядит очень опасно, да. Ой-ой-ой, это реально... Тихо. Вы что, шутите? Тихо-тихо-тихо. Что происходит? Ух. Он там выжил вообще, нет? Okay. Да мы заметили. Так, что тут? Опять в углу ничего нет случаем? Неа, ну ладно. Like that, be. Так. И что тут у нас? The temple must have been built around this. Around what? A statue. A gold statue. A huge gold statue. And look here. These people, they're worshiping the damn thing. At least, I think they're people. Of course. El Dorado, the Golden Man. Sully, it wasn't a city of gold. It was this. It was a golden idol. Man, can you imagine what that thing would be worth now? Look over here, tracks. I bet the Spanish dragged it out on cut logs. We're 400 years late for this party. So the trail's cold. Yeah, it looks that way. Son of a bitch. Unless. Unless what? We follow the tracks. Ну, идея хорошая. Ну, мне кажется, ничем хорошим это не закончится. Хотя, ну, реально можно пойти посмотреть. Но мы хотя бы выберемся, скорее всего. Либо найдем... Реально? Реально мы выбрались? Spaniards must have made themselves a shortcut to get the treasure out. Now what? Да, ситуация не очень. Так, я... Почему он на... автоматом не залезает? Да, тут X надо нажимать, чтобы он поднялся. Да, это не очень удобно. Непривычно. Все, молодец, захватился. Все, отлично. Серебряная черепаха, хорошо. Плюс еще. Так, тут больше не будет? Не, вроде больше не должно быть. А, мы ради этого и поднимались, понял. Так, да, тут есть перекаты. Побежали. Wait, Sully, do you hear that? There's something you don't see every day. My God. Ой-ой-ой. Реально? Так, ну погнали. Он показалось.
damned. Must have come up the river during flood season and gotten stuck. Let's check it out, huh? Wait. Something about this feels kind of hinky. Hinky? You act like you've never seen a German U-boat in the middle of the jungle before. I'm being serious, Nate. I tell you what, why don't you stay here? I'll check it out myself. I'll call you if I run into any Nazis. Yeah, right. You do that. Oh. Wait. Hold on to this for me, will you? Okay. Looks like I'm gonna have to do this the hard way. Ну да, так и есть. Оно и видно. Так, нам туда... Так, а чё нам надо? Дополнительные материалы. А, типа сюда? Или что? Ладно. Удивительная находка. Так, ты поаккуратней. Так, а за что тут можно ухватиться? Так, что-то не понял прикол. Так, он плавать же... Да, плавать он умеет. Это не Вайсити. А, так, окей, где тут можно залезть? Я что-то вообще не понимаю. Я думал, там можно будет это... Не, нам надо туда как-то попасть. Я что-то не понял вообще, кстати, реально рофл. Чтобы плыть, да я знаю. Спасибо. Спасибо, я не знал. Ну, смотрите, мы по факту можем залезть сюда. Окей. И? Я думал сюда, типа, как-то ухватиться. Но тут не за что. Реально странно. Так, туда мы проплыть не можем. А, подожди-ка. Сейчас, минуту. Может, он прям самый край? Или что? Нет, здесь я не могу залезть. Походу, вот оно что. Да-да-да, я понял, походу. Или нет. Ну и? Ладно, я понял. Понял, принял. Стоп. Тут что-то есть. Чтобы раскачиваться на лиане, это нам уже не нужно. Тихо. А вот сейчас нужно. Отлично. Так, налево. И? А вот все, нормально. Так, что тут наверх? А, да, все, понял. Вон опять лиана. Что? В смысле? Ладно, я понял. Я понял. Так, еще раз. Как он это сделал сейчас? Ладно, я... Что-то тут немного странное управление, окей. Так, еще раз. Все отлично. Сюда. Так, и... Так, все, ухватились. Каким образом? Я не понимаю, почему он не хватается. Ну, типа, тут реально странное управление. Я не понимаю, почему он не захватился. Так, ну тут можно было и сразу залезть, ладно.
упустим этот момент. Каким об... Что? Это нормально? Вы серьезно? А почему? Ладно. Окей, 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 понял. Тут прям максимально надо быть аккуратным. Прям вот раскачаться, да? Что за бред? Вот сейчас надо аккуратно. Фух. О, там сверху есть этот. Сокровище вроде есть. Так, что нам наверх? Да. Сначала сюда. Да, вот оно. Отлично. Тихо. Так, сейчас мы... Угу. Ну, кстати, да, так и есть. Это правда. Аккуратно. Ух. Опасно. А, не, все нормально, пролезли. Так, чё, куда тут? Это было максимально сейчас опасно. Так, что мне с этим делать? А, вон туда, типа. Так, нажимаем сюда. А, ну и все, вон. Все? Вот и лодка. Так, а теперь в нее осталось как-то попасть. Вон, я уже вижу то, что нам нужно. Отлично. Так, теперь... Так, а теперь куда? Ой, а чё ты прячешься? А, ну я потому что понял. Так, чё тут залезть нельзя? А, нет, можно. А, вот всё, нам сюда. Окей, I'm in. What do you see? Something nasty happened to these guys. There's blood everywhere. And soup. What? Хорошо подметил. Так, давай, открывай. Так, теперь... А, прям крутить. Угу. Ну, выглядит так себе. Ух. Я что-то не видел дальше сам спуск. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это уже нехороший знак. Ой. А вот это, походу, то, что нам нужно. Now where'd you get this, my decomposing friend? Хороший вопрос. Ну, естественно, идем дальше. I think the trail just got warm again. How so? Well, I just met a guy with pockets full of Spanish gold. Only the coins are stamped with a mint mark I've never seen before. You're kidding me. Looks like our German friends had a little secret.
Реально. Так, опять. Работаем. Так, ну естественно, тут тоже у нас... Ну, тут уже вода, тут уже опасно. Мы еще и будем плавать. А, нет, уже не плаваем. Все супер. Cozy. Ну, не очень, если честно. Quarters. Get this, he's still here. What's that supposed to mean? Yeah, it looks like he was killed. Ripped to shreds, actually. Oof, what a way to go. Yeah, sounds terrible. Check his wallet. You're all hearts, Sully. Да, реально. О, вот это уже что-то полезное. Sully, you're not gonna believe this. Try me. I think I found our missing page. You're kidding. It looks like Drake and our German pals were after the same treasure. And I've got the map that's gonna lead us right to it. Nate, this better not be another wild goose chase. We've gotta get something out of this trip, or... Or what? Sully? You there? Oi. Sullivan! Вот это уже нехорошо. Походу пришли уже за нами. Так, тут больше ничего нет. Как всегда, что-нибудь залутать. Ладно, нет. В этот раз нет. Так, ладно, погнали. Ну. Ух. That's probably bad. Это очень плохо. Это очень плохо. Да не, вроде нормально. Ой. Hey, hey. Friends of yours, Sully? I'm Gabriel Roman. Yeah, I know who you are, asshole. Manners, young man. This is just business. Get over there. Easy. Put your hands up. Hey, they're up. See, your friend owes me money, Mr. Drake. A lot of money. Ah. So he told me that you two were onto something big. The find of a lifetime, he said. Well, I was intrigued. But he's made grand promises before, haven't you, Victor? And here we are again. Another fool's errand. Jeez, does he always go on like this? Take it easy, Navarro. So, I'm afraid the time is up. Unless, of course, you found something in there, Mr. Drake, that might compensate for all this unpleasantness. He's screwing with you, Nate. They heard everything. Just give him the map. Slowly. What does a Krieg's marine map have to do with El Dorado? What? You think this is a coincidence? The Germans were after the same treasure. That map has something to do with it. So, we square? For now. But just in case you need a reminder... Hey, come on, leave him out of it. Yeah, don't you guys usually just cut off a finger or something? That's far too vulgar. No, I think this will hurt him a bit more. Now, whoa, whoa, whoa. Come on, Roman.
He's got nothing to do with that. Sully! Sully! You son of a bitch! Ой. А вот и сработало. О нет. О нет. О, тихо, погоня. Ладно, это вообще сейчас случайно было. Мы этого не видели. Тихо, тихо, тихо. А куда? А куда он бежит? Подожди. Че за рафл? Видишь, какая тут камера хорошая? Он не успеет повернуться. Все, просто бежим. На. Отлично. Все, бежим. Так, сейчас серия, кстати, будет заканчиваться, потому что, напомню, час только может идти. Ровно. С 4 минуты. Чтобы закончить. Whoa there, cowboy. That's relieving me at the dock. What the hell are you doing here? Listen, I'm a good enough reporter to follow a couple of no-luck tomb robbers. Беспалевность. Well, you're down to one tomb robber now. Sully's dead. What? Yeah. And we're next if we don't get out of here. Oh God, I'm sorry. Please tell me you have a gun. Of course. Oh, thanks. All right, come on. Так, ладно, мы на этом остановимся. Короче, с вами был Марк, и всем пока.